Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем обзор на одно из классных приложений на Android для блокировки спам-звонков. Если вам звонят какие-то ненужные люди, какие-нибудь дебилы, банковские работники предлагают кредит, если вас это достало, то вот это приложение WhoCalls от компании Касперский, да, очень хорошо помогает. То есть вот я как поставил себе это приложение, я начал жить совсем другой жизнью. Вот. Уже нет этих постоянных бестолковых звонков, которые нужно брать трубки, слушать, кто там звонит, и сразу потом сбрасывать. Вот. Вот это приложение, оно фильтрует эти звонки, вот, и не дает тем людям, которые хотят вам позвонить, ненужным людям, вот, не дает возможности им дозвониться до вас. Вот, здесь в данной программе есть несколько режимов работы, то есть есть режим платный и бесплатный. То есть бесплатный будет вполне хватать, платная подписка дает вам на то, чтобы блокировать смс-ки. Но смс-ки мне приходят редко, в основном звонки, так что смысла не вижу подключать платную подписку. Смотрите, скачивайте приложение с Google Play, называется оно WhoCalls. Вот ссылку я оставлю в описании. Вот, давайте, после того как вы скачали, сразу сверху у вас появляется проверка номеров включена. Вот, то есть приложение сразу идет в активную работу. Вот, то есть мы сюда заходим, и давайте посмотрим настройки. В настройках вот мы видим наш профиль, соответственно, здесь можно войти в My Касперский, если у вас уже есть подписка, то здесь, в принципе, можем зайти. Также наш профиль WhoCalls Free, также если вы хотите купить подписку, все это можно сделать здесь. Вот второе меню, которое есть, это вот, например, мне два номера телефона звонили, то есть они меня уже достали, вот, и я уже их внес в сам список, в спам-список, соответственно, больше они дозваниваться не будут. Вот, также есть номера, которые вы сами добавляли в черный список от вашего телефона, да, вот, то они также не будут дозваниваться до вас. То есть это приложение также работает с ними. Вот, если вы сомневаетесь, если вам кто-то позвонил, да, и вы сомневаетесь, брать эту трубку нет, то вот в этой вкладочке проверка, вот, можно ввести номер телефона и проверить. Проверить, кто звонил, то есть приложение вам все покажет. Вот, ну вот, в принципе, кто мне звонил, если из контактов, вот, например, красным есть. Это я уже сам написал рекламу замужества, какой-то придурок стал рассказывать там, что он какую-то проблему может решить, я его сразу заблокировал. Вот, то есть, если Сбербанк звонит, то, соответственно, все это, в принципе, отображается нормально, да, вот. Также есть номер телефона, возможно, пустые номера телефонов, которые есть, вот, возможно, они... Возможно, полезный звонок, приложение пишет, потому что в базе ничего плохого по поводу этого номера нет. Вот, и в принципе он, приложение вам показывает, как отображается, в принципе, ответить на этот телефон можно. Если будет какая-то реклама, звонок будет проходить и будет, наверное, например, написано там банковские услуги, там, либо еще что-то. Вот, вот такое вот приложение, вот, то есть мне очень нравится, и я вам еще раз говорю, что звонков стало довольно-таки меньше в разы, чем было раньше. Также есть избавиться от всего ненужного и скройте всю рекламу, но здесь подключить можно платную подписку. Давайте посмотрим, что она дает. Информация о номерах даже без интернета. Ну, интернет, мне кажется, сейчас есть практически на всех смартфонах, если нет, есть Wi-Fi, блокировка отдельных категорий спама, защита исходящих звонков, поиск опасных ссылок смс, ну, без рекламы, приложение и подписка для одного устройства. Вот. Ну и также мы видим, что Google Play оплата недоступна. Если вы хотите там купить, то нужно получать подписку в онлайн-магазине Касперского.
Вот, такое приложение, очень полезное. Скачивайте, если у вас достали эти ненужные звонки. Вот. Я думаю, что данное приложение решит вашу проблему. Мою решило. На сегодня все. С вами был Алекшир Обзор IT. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока.